Здравствуйте. Сегодня хочу поделиться о своей новой покупке фидерного удилища фирмы Каида. Удилище это брал длина 3,90 и модель Neo Xeon Test. Вот написано 60-120. Давайте мы откроем и посмотрим, как оно выглядит и как производится сборка. Идет она вот в таком комплекте. Это тряпочная упаковка, футляр такой. И теперь мы достаем и посмотрим. Основная часть ручки состоит, это пробка подтягивания катушки. Здесь верхняя. Достаем среднее звено бланки. Здесь 14 стыковых колец по всей длине этого удилища. Вставка очень удобная. Выскакивать не будет при забросе. Снимем последнее звено бланка вместе с вершинкой. Это удилище быстро строя. Мне такое как раз и надо. В основном я буду пользоваться для заброса кормушек. Ну и в дальнейшем я буду так же само спиннинговать этим удилищем. По тестовым нагрузкам еще идут две вершинки. Одна 60-90 и другая 80-100. Решил дополнить видеообзор о данном фидерном удилище еще тестовой нагрузкой этого удилища. Тест будем производить нагрузкой 100 грамм. Это кормушка весом 100 грамм. Сейчас стоит вершинка меня на данном удилище 80-100 грамм. Вот видим, какой изгиб данного удилища при данной нагрузке. Кормушка весом 100 грамм. Вот такой краткий обзор по данному удилищу. Как он покажет себя на рыбалке, посмотрим. Но я думаю, что будет намного лучше, чем до этого у меня было карбоновое телескопическое удилище. Возможно, это видео будет полезным для начинающих, кто желает выбрать бюджетное фидерное удилище и не знает, какое взять. Этого стоимость вот этого удилища в пределах 1700 рублей. И вес его 295 грамм. Вес не тяжелый. Очень удобный, легкий, на такую длину 295 грамм. Нормально. Состоит из трех звеньев, плюс еще вершинка. Кто желает получать известие о добавленных мною новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю хорошего выбора в фидерном удилище и уловистой рыбалки. До свидания.